огромное спасибо. Спасибо! Спасибо! Спасибо огромное! Первый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и депутаты местной партийной фракции встретились с медперсоналом Звенигородской поликлиники, чтобы передать учреждению более 2500 масок и перчаток. Мы прекрасно понимаем, что вот этот вот меры защиты, которые необходимы нашим врачам, медсестрам, всему медперсоналу, он нужен ежедневно. И поэтому наша фракция «Единая Россия» очень быстро мобилизовалась, организовалась. И мы вот привезли, закупили сами наличные наши пожертвования. Поэтому мы считаем, что это всегда нужно. Депутаты выступили в качестве волонтеров и благотворителей. Средства индивидуальной защиты они приобрели самостоятельно. Маски и перчатки предназначены для 3 отделений – женской консультации, травматологии и хирургии. Огромное спасибо за расходный материал. Он нам всегда понадобится. Это даст нам возможность больше, увереннее, качественнее оказывать медицинскую помощь. Огромное спасибо депутатам «Единой России» Ларисе Лазутиной за эту помощь. Напомним, что на территории Одинцовского городского округа работает волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией. Волонтеры готовы прийти на помощь всем нуждающимся. Оставить заявку можно по телефону горячей линии. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».